мои дорогие друзья, сегодня у нас началась новая неделя, то есть она началась для вас уже вчера, для меня сегодня, но это вы увидите завтра. Поэтому доброе утро! Сейчас у нас солнышко и время-то уже на самом деле час дня. Утром был страшнющий туман, вот вам зарисовочка. Просто было видно только лишь буквально на... Но даже на 10 метров не было видно. Но потом он как-то рассосался, поэтому день солнечный, хороший. И сегодня, после... У меня был сегодня день клиентов. После дня клиента у меня было два прекрасных клиента с мужской стрижкой. Я еду в Костко. Поэтому поехали вместе, посмотрим, что мы будем покупать. Это еще не будет покупка к Новому году или что-то такое. Это еще будет покупка до середины месяца, где-то числа до 18-20 декабря. А новогоднюю покупку, конечно же, мы будем с вами тоже делать вместе. И туда дальше будет уже видно. Сейчас просто обычные какие-то продукты, что-то мясное, что-то. Детям в школу какие-то снаки. И, в общем, короче, поехали. Мы на месте. Вот я деткам возьму 7,99, сегодня вместо 10,89. Вот такие вот штуки на Новый год им упакую. Всякие ягодки в шоколаде в черном. Классно. Получается 10 этих малинок, блюберри с голубика и 10 пич, оранж. Этот апельсин с персиком. Классно. Вот я взяла. Заверну им на Новый год от Деда Мороза. Спешите. Сейчас как раз подарок вот сотрудницам, девочкам, кто у кого подругам. Бальзам для губ. Популярной фирмы. Пожалуйста. Цена хорошая. На Элизабет Арден тоже сейчас скидка $4. $6, $16 вместо 20. Тоже, опять-таки, может быть и в подарок. Очень интересно, вот если сотрудницам, девочкам кому-то, я не знаю, кому-то. Сейчас как раз тоже прикольно можно купить. Оригинальный. Но мне не нужно. У меня другая задумка для моих девочек-сотрудниц. Вот у нас новое что-то. Антипасти гурме. Что-то новенькое за $9. Ну, я бы сказала, что выглядит это как тот же рататуй, как кабачковая икра, да, или что-то такое за $9. Тут еще даже оливочки есть. Выглядит интересно, но я не буду это брать. Я сама такое дома могу сделать. Ну, как будто бы там такие волокна. Так, а ну что здесь? Состав глютен-фри, понятно, потому что здесь одни овощи. Так, давайте посмотрим состав. Томаты, цветная капуста, морковка, сладкий лук, зеленые бинс, то есть стручковая фасоль, дил пиклс, то есть соленые огурчики, черные оливки, зеленые оливки, грибочки. Черный перец, красный перец, туна. Вот, я думаю, что волокнистая здесь туна, тунец. Так, винегар, масло. Все, ну, нормально. Ну, это, в общем, короче, просто тушеное с тунцом здесь. Поэтому думаю, что за волокна, типа, с мясом. За счет того, что с этим так оно. Ну, нормально. Такая новиночка. Но я брать не буду сегодня. Отдел соусов и всего такого. Я обычно здесь ничего не беру. Только если мне нужен томат, а мне как раз нужен томатец. Вот я возьму в баночках. Я беру вот этот маленький. За 9,99. 12 штук. Короче, 53 цента получается за штуку. Берем. Симментал. Вот еще новинка появилась. Я так понимаю, что это тушенка. Такие маленькие три баночки здесь. Так. Сколько в каждой баночке здесь? Непонятно, сколько в каждой баночке.
Вот, три баночки по 140 грамм. Вот, написано, что это ready to eat beef and jelly. То есть готовая говядина в желатине, что ли, да? Вот такая вот. Ну, то есть тушенка. 6,99. Сейчас к зиме продают такие вещи, чтобы люди могли запасаться на случай, если там, я не знаю, снегом завалит или еще что-то. Если, ну, магазины вдруг будут. Ну, тут такие случаются случаи. Редко они случаются, поэтому желательно что-то иметь в запасе. Возможно, я, вы знаете, возьму. Попробую, возьму. Пусть на всякий случай будет. Киноа. Это Kirkland Signature. Возьму киноа. А это чего? А это не Kirkland, но стоит дешевле, чем Kirkland. Да. Нет? Тут 2,27, тут 2,04. То же самое. Возьмем эту. 11,99, здесь чуть больше, пару грамм больше. Берем киноа. Хотела как-то взять кускус, но что-то нету кускуса уже того, который я брала. Мы его съели, он был очень даже неплохой. Рис я здесь не беру, макароны я тоже брать решила не буду. Хотя мне нужно, возьму в ноуфриле. В одежде здесь шикарнейшие свитера с красивыми зимними расцветками. Такие вот хорошие, шерстяные. А с этой стороны уже пляжный сезон. Купальники. Ведь известно, что сейчас декабрь. И начинаются отпуска у многих в теплые края. Вот $23. Пожалуйста, можно приобрести себе незамысловатый купальничек спортивный. И вперед в теплые края. Возьму кетчуп для детей. Закончился. А у нас, если что, и картошечка, и к мяску им не хватает. Ну, мы иногда едим. Но я нет, ну Костик кушает. Фиг мармелад. Боже мой, ребята, вы посмотрите, какая прелесть мармеладочка. Как же фиг будет? Я вам переведу, забыла по-русски. Ой, какое красиво. Я бы его прям сейчас села и с чаем все выпила. Вот такая баночка. Бочоночек такой классный. Это новенькое, этого не было. Это новенькое. Это чего? Надан Сидватор. Что это? 11,99. Орехи и семечки. Интересно. Куча калорий сразу. Так, беру Chicken Wings. Вот это очень вкусное. Мы уже брали, нам понравилось. Дети просто вместе с пальцами съедали. Это вкусно. Я вам покажу, когда будем делать. Так. Беру свои сосисочки. Тонкие есть такие вот толстые. Есть тонкие, тонкие. О, внимание, внимание, новый продукт 12,99. Боже мой, это такая макалочка дип копченого сальмона. Ой-яй-яй-яй-яй, как это вкусно, наверное. Здесь 680 грамм. Приличная баночка рядом с моим другим любимым салатом. Но его сейчас недавно ела, поэтому слюнки не текут. А вот на этой слюнки текут. Очень даже, наверное, вкусно это. Прелесть. Надо будет как-то попробовать. Ровно год я ждала этой скидки. Беру. Эта колбаса обычно стоит $20. Сейчас скидка 5. Бывает только раз в году. Беру. Так, я взяла еще вот эти вот четвертушечки. Взяла булочки, немножко другие, 5,50. Деткам как раз будет еще до крисмасских каникул. У нас 22 числа они выходят на каникулы, но вот эта колбаса сейчас по скидке. Ребята, раз в год скидка перед Крисмасом. Я уже заметила, в прошлом году перед Крисмасом ее брала, и сейчас берите. Это очень вкусный салями. Получается кило 130 грамм.
Я не буду есть, естественно, все сразу. Сейчас просто спрячу на Новый год что-нибудь на стол вкусненькое. Это очень вкусный салями. И фарш 4,99 за килограмм. Итого, вот выберем какую-то упаковочку такую. Вот эту вот возьмем. Это посимпатичнее. Возьмем. Так, надо взять салат. Какие-то листья для салата. Выберу. Ман, это я не люблю. Я люблю больше вот такой вот. Как раз органический. Микс таких листочков в салатику. 3,69. Марокканские мандаринки. Получаются они у нас 2,89. Хлеб. На этот раз беру обычный, простой белый хлеб. Все. Едем на кассу. Так, ну что? Сегодняшний ущерб для кошелька 165 долларов. Я довольна.